Смотри, называй это как хочешь. Люди там это начинают строить отношения, неважно что. Если ты захочешь узнать, какой я хочу с тобой пожить. По-настоящему пожить. Я не заставляю тебя даже сексом со мной заниматься. Именно слово «пожить» — оно ключевое. Знаешь, у людей есть страхи. Для меня страх — это быт с другим человеком. Я боюсь, что этот быт превратится в рутину, постоянную мойку посуды, стирку и так далее. Зайц, но в этом же весь прикол. Есть люди для встречи, есть люди для секса, а есть люди, с которыми ты получаешь кайф от быта. Значит, я просто не встречала тех людей, с которыми я хочу проводить этот быт. Да.